5 фактов о породе кейсхонд. Собаки относятся к разновидностям немецких вольфшпицев и обладают длинной двойной шерстью волчьего окраса. Это веселые, активные и легкие на подъем компаньоны-экстраверты, которые с радостью находят общий язык со всеми домочадцами, в том числе другими домашними питомцами. Эти собаки довольно смышленые, однако требуют свой подход в воспитании. Насильно заставить их сделать что-то не получится, грубый подход они не переносят. Важно подобрать правильную мотивацию. Также дрессировка будет иметь больший успех, если заниматься интервально и с долей азарта. Как собаки крупные, кейсхонды создают впечатление надежных защитников. Их, конечно, можно научить облаять непрошенных гостей, но привить охранные качества получится вряд ли. Уход за роскошной шерстью должен быть регулярным, но зато у них практически не образуются колтуны. Стрижки этим собакам не нужны вовсе. А вы бы завели себе кейсхонда?